Актриса Ирина Медведева не так давно стала мамой. Радостной новостью 36-летняя артистка поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Ирина постепенно возвращается к светской жизни. Впервые за долгое время знаменитость вышла в люди. Вместе с мужем, французским бизнесменом Гийомом, она побывала в парижском ресторане на праздновании бумажной свадьбы Нюши. Ирина уже несколько лет тесно дружит с семьей певицы. Инстаграм @ irina_medvedeva_official.